Звезды экрана, акулы пера, представители средств массовой информации впервые вышли на профильный субботник. Не субботник, а пятничник. Представитель мэрии Ульяновска назвал это мероприятие буквально, ибо оно состоялось в конце рабочей недели. Локация – берег Волги, близ парка «Дружба народов». Большинство редакций откликнулись на наш призыв, чтобы сегодня здесь навести порядок. Ну и вот личным примером показать, что все-таки это наш город, и все-таки мы в ответе за то, чтобы поддерживать его в чистоте и порядке. В этот день убирались в городских скверах и парках более 4000 человек. Это и представители власти, общественники и работники управляющих компаний. Ежегодная традиция. Но работники СМИ отправились в подобную миссию впервые. Мы на время забыли о микрофонах, блокнотах и диктофонах. Вооружились граблями, взяли мешки, надели перчатки и вперед, в чистое будущее. Есть такая профессия – родину очищать. Мы с коллегами-журналистами прибираемся на живописной Волжской набережной. Как пообещали в город-администрации, на подобные субботники нас будут звать регулярно. Ледяной ветер, весеннее солнце. Как правило, представителей нашей профессии сложно чем-либо удивить или напугать. Приверженцы труда и интеллектуального с радостью выполнили задание. Тишь, благодать, несколько бутылок звенят в пакете, и никакого другого мусора, кроме них, здесь нет. И, конечно, призываем всех присоединиться к субботникам. Их в ближайшее время будет 7. Как я знаю. По весне городская администрация регулярно проводит субботники. Анонсы, пароли и явки мероприятий муниципалы выкладывают на сайте и в соцсетях. Виктория Чиркова, Марат Мигдиев. Управда ТВ.